Всем привет, друзья, с вами Данали, и сегодня я хочу поиграть в игрушку под названием Ark Survival Evolved. Это одна из моих любимых игрушек, но я в ней никакой не супермастер, на боссов я ни разу не ходила, ну, если честно, и с прокачкой у меня в ней очень плохо. Вот, но сегодня мне хочется поиграть на картах, которые я, скажем так, не очень сильно люблю. Вот, и посмотреть, что из этого выйдет, и также добавить некоторые модификации, которые я сейчас скачала. У меня их много, и иногда арка не всегда их видит сразу почему-то. Или убирает. Так. Так, пока игрушка грузится, я поставлю на паузу и вернусь, когда уже она загрузится. Так, и вот у нас наконец-то загрузилась карта. Так. Видите, тут уже ничего нет, все закрыто. Да я вообще на ней не играла. Так, ну давайте выберем вот первую зону для пробы. Кровати нет. А, вот возродиться можно. Нет, давайте создадим нового выжившего. Так, женский. У меня с этим все нормально. Какую-нибудь простенькую девушку. Да, черная обычная. И вот. Вот, да, вот так вот идеально. Грудь на минимум. Плечи. Вот так вот. И чего тут еще? Так. А, тут больше нет? А, не, все. Простите. Давно не играла, забыла. Так, вот все. Что такое? Стой нормально. Скрутилось тут. Так, имя. Ну. Давайте так. Наджиша. Создать. Внимание, точно с вашего предыдущего персонажа вы знаете, что хотите продолжить. Да, конечно. Хотя странно, я вроде сохранение удалила, или когда удаляешь сохранение, все равно остается. Так. Да, я играю на жутких просто минималках, потому что иначе мой комп, мой ноутбук сгорит. Да, еще я забыла, что неплохо было бы добавить модификацию стаков, но... Я название пока что плохо помню с этих модификаций. Что такое? Йо! А ну-ка! Отпусти! Давай, женщина, бей! О, отпустила. Вот, и название модификации я пока плохо помню. Я забыла стаки добавить. Самое что полезное, жуткая штука. Так... Потом, что у нас еще? Камушки. Собираем камушки. Два птеродактиля прям тут у нас ходят. Доступно повышение уровня. Так. О, не-не-не. Вот птицу я эту знаю. Не-не. Не ходи ко мне. Так, у нас повышение уровня. Прокачаем жизни. Это я S+. Это все с S+ добавляется, я к этому никак не привыкну. Так, что нам надо? Каменный топор. О, да, каменный топор. И... Да. И нам нужен костер. Все, больше ничего для счастья не надо. Так. Еще птицу подобьем. Что? Мы делаем кирку. Да, как раз камушек один у нас был. Так, берем, перетаскиваем. Так, давай. Дерево, солому, что не жалко. Так, ну пока что карта такая... ну, я не могу сказать, потому что это только начало карты. Там, наверное, когда уже на летающем маунте будем летать. Уже будет больше сказать. Как карта. Так, кремень, наконец-то камень. Давай, нужно больше камня. Ну ладно. Смотрим, что у нас. Да, мы делаем сразу факел, мы делаем топорик. Что нам? А, нам еще камня надо для
для костра, поэтому мы добьем этот валун. Да, мы добили, и камня у нас нет. Ладно. Ну тут, благо, мы одни, камушки везде есть. Вот. Я что думаю, сейчас как бы наберем просто ресурсов для основных построечек маленьких. Ну, там, чтобы просто выжить. А! Где ты? Где ты? Я только что тебя слышала. Только что эта птица визжала тут своим. А-а-а! Мне показалось. Ну ладно. Ну хотя не, я слышала. Может быть, тогда голос открылась. Повышение уровня, о, какая прелесть. Так, на костер нам так и не хватает камушка. Повышаем здоровье. Бурдюк. Кожа. Кожа. Так, перетаскиваем, кстати. Что это я? Мы перетаскиваем наш топор, факел. Так, ну давай топором что ли побьем. Вот так намного лучше. Так, делаем костер. Вот, да, вот то, которое перетаскиваем. И нам нужна кожа. Кого бы тут кокнуть? Тудошка. Ты как раз вовремя. Ты же знаешь об этом, да? О, еще Дудошка. Дудошки, не в обиду. Я вас очень сильно люблю. Мне всегда так сильно нравились. Но мне нужна кожа и мне нужно мясо. Ой. Не бабуй. Все, у нас есть 4 кожи. Мы делаем себе бурдюк, который будет у нас протекать. Да, волокно. А, волокно у нас кончилось. Так, значит, мы идем. Так, надо с настройками поиграться. А куда? А, текстуры. Текстуры высокие. Принять. Применить, извините. Ну, может быть, чуть-чуть получше, я не знаю. Я просто не знаю, что нужно настроить, чтобы камушки были нормальные. О, вот Дудошка бежит еще одна. Дудошка, какой ты, прощай. Серьезно, не в обиду Дудошкам, но пропитание нужно. Пропитание это надо. Так, ну я думаю, пока обоснуемся здесь где-нибудь. Или, может быть, поглубже пройти. Хотя вот я не знаю, всегда так у меня... Вот стоишь на одном месте, все хорошо. Вот стоит уйти тебе чуть-чуть подальше, все пиши, пропало, тебя там сожрут. Я помню, я решила поиграть в локалки, у меня там везде мистеры Ти были. Куда ни глянь, везде мистеры Ти. Так. Ну, вообще, я хотела бы в лес хвойный пойти. Но пока, я думаю, этого лучше делать не надо. Давайте добываем еще немножко камня. Ну, так что столько хватит пока что. Так, опять повышаем себе здоровье. И что у нас тут? Такая тут такое. А, это бомбочка вроде. Так, делаем себе ящик. Да. И делаем себе. Ну, давайте фундамент, что ли. Так. Ага. Пока что мне карта нравится. Хотя такое чувство, что Дина нет вообще. Потому что когда я заходила на Рагнарёк, у меня там просто вот... Поляна, она вся в Дина. До бесконечности, по-моему. А, нет, вон есть трек. Просто прозоролофик. И еще вон там. Так, мод на детенышей я вроде бы отключила. Я подумаю, подключать его потом или нет. Ну, как бы, извините, все сразу не подключила. Будем все в процессе делать. Так. Чтобы приучить прозоролофика, мне нужна штука, которая называется... Этот...
Не помню, как это называется. Короче, она доступна нам на 9 уровне, вот чтобы их. Чтобы он не мог от нас убежать, и мы смогли бы его добить. Так. Ну, пока я хищников никаких не вижу. Так. Точно, надо бурдюк сбегать наполнить. Так, костер мы сюда на восьмерочку. Так. О, папа. Так, это штука, которая любит мясо. Точнее, нас. О! Фиомию вижу. Да, что-то с качеством настроек у меня тут вообще все плохо. Среднее сглаживание, эпик, дальность прорисовки, среднее. Давайте так. Во, может быть получше. Просто обработка. Ну ладно, с камнями фиг с ними. Так, ой-ой-ой-ой-ой. Ой, не-не-не, я вот вижу две большие хищные птицы. Так, а если они здесь ходят, то они тут здесь ходят везде. Надо найти место, ну, поближе к водоему, что ли. То есть от воды мы пока уходить не будем. Так. Ну и прямо воды. Ну, ладно, давайте вернемся. Рапторы. Знаете, да, у воды, наверное, будет остаться лучше всего. Это будет самой хорошей идеей. Дабте радончики. Я думаю, вы меня поддержите. Так, пьем водичку. Бежим. О, это штуковина ползает. Штуковина. Штуковина, ты как называешься? Трилобит. О, трилобиты. Еще один трилобитик. Так, камушек. Халявный камушек. Надо пользоваться моментом. Хотя мне всегда интересно, вот нафига я все это собираю, учитывая то, что меня все равно потом кокнут. Так, две плюваки. Да, я их плюваками называю. Птица застряла в текстурах. Что сделаем? Ах ты ж, ты не застряла в текстурах. Ах ты наглая тварюга. Нет, 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 нет. Yes. А ты еще не умерла? Давай, давай, последний заход, это тебе как будто. Давай, иди же, ты уже вон на последнем издыхании. Так, и где? А, вот. Все. Мясо, кожа, мясо, кожа, плоть. Прям идеально. Так. Ага, там еще птицы, там эти плюваки. А я не помню, у меня тут есть так, чтобы можно было в камнях строиться. Очень, уж больно, очень хороший мод, он мне понравился. О, листозаврик. Ну, вот специально, да? Еще листозаврик. Так, птер, не пугай меня. Я уж подумала, кто-нибудь похищнее. Ага. Во, мне кажется, здесь будет идеальное место. Ну да, потому что, в принципе, тут хищных птиц я пока что нигде не вижу. Может быть, они и ходят, но вне моего глаза досягаемости. Так, ну да, в принципе, я думаю, вот где-нибудь здесь-то и мы будем строиться. Тем более, ой, нам же потом понадобится водоем, чтобы Дина можно было в водных приручать. Ну хотя тут, в принципе, какой тут водоем? Глубина-то никакой нет. Так, мне нравится то, что тут есть жемчуг, но мне нравится, что там мегалодон. Ладно. Так как я думаю, что да, база у нас потом будет где-нибудь здесь. Где бы ее пока что просто поставить? Ну, хотя да. Просто... Я знаю, что ты там. Просто перебежим.
найдем, скажем так, центральное место, где будет наш основной домик. Наша основная хижина, простите. Так. Да, вот здесь вот. Маяк. Ну, не маяк, а... Ой, не забыл, как они называются. Так, с какого? 45-й контейнер. Да ну тебе, я не успею прокачаться до такого левела. Я очень медленно качаюсь. Так. Что у нас? Нам нужна солома. А на каком уровне у нас открывается кастл? Замки постройки. 5-й. Ну, вот сейчас как раз мы пока будем древесину добывать. Я не буду здесь вырубать все подряд. О, а вот 5-й левел. Быстренько. Оперативный, кстати. Доставка просто выше класс. Так. Так, это мы выучили. Фиоми я никогда не делаю, потому что я не вижу смысла ее приучать. Так. Так, что нам... А, тут столько всего, у меня глаза просто разбегаются. Foundation. Вот так вот. И еще что? Боже, тут столько всего, у меня просто серьезно, мне глазам плохо становится. Точнее, я им хорошо, тут так много вещей. Дверь. Вот так вот. А, и все, у нас все закончилось. Все эти очки. Ну ладно, чем богато, тем мы рады. Так, escape. Так. Ну что, так, нам нужна древесина. И солома. Так, ты у нас самец Мосхопс. Можно было бы приучить Мосхопсик и на нем кататься, но я не хочу. Я как бы... Пусть они мне тут гуляют, если что будет в крайний момент. Мне не хватать еды, я смогу как бы их завалить. Да. Вот такие пальмочки урезанные. Прикольно. Так. Что у нас там по материалам? Ой, мама. Волокно, солома, 100 дерева. Ну, ёмки. Ну, ладно. 100 дерева, так 100 дерева. О, один редкий гриб. Ой, я боюсь, нам сейчас вообще ничего не хватит. Давайте, что ли... Ну да, давайте ящик построим вначале. Это будет, я думаю, более хорошей идеей, чем все таскать на себе. Так. Ну, где мы его поставим? А вот давайте вот прямо здесь его поставим. Да. Его поставим, что мы в тебя положим? Мы в тебя грибы сложим, мы древесину, волокно. А, вот еще древесина. 89, нам нужно 100. Так, а еще вот солом еще вот. Солом и кремень, камень. Так, у нас все это еще скоро ломается, все будет быстро. Так, ладно, я просто не люблю рубить деревья, я люблю, чтобы база была в натуральной местности, но что поделать, они все равно будут. Ой, господи, ладошка в дереве, неожиданно. Я серьезно ее не заметила. Так, уйди, какая памятка, пузатенькая такая, да, пузатик. Не, тебя я оставлю, мне жалко тебя вырубать. Так, солому. Еще солому. Опять редкий гриб. Мне казалось, редкий гриб выбивается с других вещей. Так, еще дерево. Так, идем к ящичку. И вот как раз мы вот еще сейчас эти два валуна уберем. Они нам не нужны. Так, и камушка. Ну, сейчас топор снимается. Потом еще накрафтим. Надо было сейчас еще костер, кстати, поставить и мясо пожарить. Надо было это сразу сделать. Ну вот, как раз вот, все.
Мы ставим костер. Вот. Тут вот. Да. Кладем в тебя мясо. И... солому. Так. Кладем в тебя солому. Давай жарим мяско. Мы хотим кушать. Так, и мы должны починить... Что ж, я промахиваюсь там. Вместо F на G нажимаем. А, так, нельзя, да. 5 соломы, 1 дерево. Так, все. Угу. Камушек. Так, что у нас там по этим ресурсам? Так, нам нужно 100 дерева, 30 волокна, у нас 20 волокна, 50 солома. То есть нам еще нужно... солома и волокно. И все будет хорошо. Ну, так, кстати, да, надо вот это еще убрать. Так, волокно и солома. Волокно, волокно, волокно. Такие яркие кустики. Мне кажется, в обычных картах они более такие тусклые, что ли. Я представляю, сколько у меня будет радости, когда я буду играть на нормальном компе, на максимальных графиках. На максималках. Мечта. Я еще и Dark Lights хочу купить. В него поиграть. Да, я знаю, там как бы... Это тот же самый арк, но... Мне хочется попробовать. Так. Надо попить. А то я любитель дотягивать до последнего. Все. Так, это... Что это у нас? А, это у нас камушки такие. Так. Так, бежим. Так, что-то мимо пробежала. А, вот, все потерялось. Так, давайте, знаете что, давайте закругляться. У меня очень долгие какие-то, получается, будут серии. Вот, как бы я подсобираю ресурс немножко, чтобы в следующий раз мы могли бы уже... начинать строиться и эволюционировать побыстрее. Всем спасибо за просмотр. С вами была Даналия. И играйте с нами.